В нашем регионе за 7 месяцев текущего года удалось добиться снижения количества ДТП с гибелью людей почти на 15,5%. Весомый вклад в это внесли так называемые рейды по пьяным, которые сотрудники дорожной полиции проводят каждые выходные. Одновременно с этим есть проблемы, которые решать нужно не только сотрудникам ГИБДД, не только сотрудникам полиции, но и органам местного самоуправления и властям. Да, это хорошо, что сегодня 45 километров и 3 мостовых перехода взяты в ремонт. Это повысит качество дорожного покрытия и мостовых сооружений. Но мы понимаем, что еще есть очень много проблем, связанных с дорожным покрытием, отсутствием тротуаров и созданием других очень опасных узких мест. Одной из проблем, которую обсудили на заседании, стал детский травматизм на дорогах региона. Количество ДТП с несовершеннолетними по сравнению с прошлогодним периодом снизилось почти на 41%, а число пострадавших – на 62,5%. Также члены совета отметили, что у них уже есть конкретный план, который будет действовать в рамках госпрограмм по сохранению народонаселения региона.